национальному телевидению 3 года. В честь этого события мы исполняем желание. Первое уже исполнили. Телезрительница Светлана очень хотела устроить праздник детям из реабилитационного центра. Торопитесь рассказать о своих мечтах в официальной группе национальной телерадиокомпании «Чувашия» ВКонтакте. И смотрите программу «Три желания» по вторникам в 20:30. Партнер проекта – фабрика спецодежды «Вилан». Участники проекта – кондитерская фабрика «СМАК». Компания «Мастерстрой». Меховая фабрика «Керек». Новая химчистка «Евролюкс».